Работники скорой помощи привыкли, что помогают именно они. Всегда спешат и спасают жизни людей. Как и все медики, они сейчас на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но в этот раз помощь оказали им, передав более 500 комплектов средств индивидуальной защиты. В наборах спецхалаты, маски, очки и бахилы. Это огромный вклад вообще в целом для нашей медицины. Спасибо вам большое. Такую поддержку оказали члены партии «Единая Россия», организовав сбор денежных средств для помощи медикам. Эти наборы закуплены на членские взносы членов партии Московской области. У нас их порядка 70 тысяч человек. Региональным отделением собрано порядка 12 миллионов рублей. И вот была закуплена первая партия защитных средств. Они переданы были в областную скорую помощь, и вот на сегодняшний день дошли сюда. Главное, что мы посоветовались с врачами, а что же нужно им. И вот в результате такой совместной работы со станцией скорой помощи, непосредственно с фельдшерами, с врачами, кто выезжает на вызывап и знает, что надо. Даже вот такой нюанс, почему бахилы такой высоты. Потому что в результате их общения, что высокие бахилы пережимают под коленки, очень неудобно. Фельдшер Валентин Лукиных, продемонстрировав новые комплекты, поделился с нашей съемочной группой, насколько непросто в нем находиться долгое время. Они защитные, в первую очередь они воздух не пропускают, из-за этого вся сложность. Все. А так, страх заразиться, наверное, перекрывает сложность одевания этого костюма и нахождения в нем. Знали, на что учились, знали, кем будем. Страшно, конечно, не правда страшно, но соблюдать меры, ничего нового нету. Все, как учили, просто выполнять все, и все нормально. Сейчас на Матищинской подстанции скорой помощи работает 16 бригад, 2 врачебные и остальные фельдшерские. Порой, рискуя собственной жизнью, они спасают наши. Поэтому любая помощь сейчас своевременна. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Матищинский.